Черчилль III, да. Много на нем было побед и поражений. С этим Дикер Максом мы фармили кредиты на первую восьмерку. Ладно, хоть потом я узнал про сайт WhatHub. Ведь там большой ассортимент кейсов с танками и голдой. Мгновенная отправка призов, промокоды и постоянные бесплатные раздачи. Более 300 тысяч пользователей. Ты сможешь прокачать свой ангар так же, как и я. Ссылка в описании. Ой, да рассказывай, дружище, они умерли все уже, умерли все эти твои японские ТТ, умерли, их всех перерезали. Скатай УИ на сток пушки на голде, если попадешь в нубку, изи мастер. Фугасы все, видишь, не нужны, нужны только вот эти вот. Надо сейчас что-нибудь делать, вот что, ой, а у меня такой тут стиль. Делать что-нибудь такое, чтобы не ошибиться. Ну просто я куда-нибудь поеду, у меня что-то, я не соображаю сегодня. Странно. Соображал 2 часа, потом на 3 перестал соображать. Сообразим, ребят, на троих. Надо сразу маршрут прокинуть, куда поехать, какой-нибудь простенький. И не вникать. Но по идее, душа зовет поехать на ледник, но меня респануло, видишь где? По закону подлости. Я пока еду, не придумал, что делать дальше. Может направо поехать? Но мы сейчас подождем, пока тут все эти ЛТшки пересветят друг друга. А, вон он что, Михалыч. Не, мы не проедем. Лазер полетел. А я пересвечу ли? Когда попробовать? Просто выкатим по центру. Кто нас тут пробьет на внупки? Есть типок. Там в кусте как тогда стоит. 12-та, наверное. Или нет? Ха! Наш КВ-2 просто впорол по мосту. Опа, чадок, это шанс. Это знак. Это просто свыше. Шанс свыше. Можно, кстати, перетянуться и на ледник даже. До смешного. Там сейчас мы КВ-2 зарежем издалека, и можно заезжать спокойно их резко, просто по центру. Я буду вслух говорить, да, чтобы мысль какая-то в голове шла, а то что-то они резко перестали появляться. Деградация налицо случилась. Так, не так и просто этими ББшками стрелять, летают медленно. Охереть, как он попал. Что? Да, сафари на Мальдивы в середине ноября. Как? Давно хотел. Наконец-то придушил жабу. Ю-ху-у-у. Куда фотки слать? Шли в личку. Буду завидовать. Белой завистью. Как он меня пробил вот сюда? Вы объясните, пожалуйста. Как? Дичь какая-то, причем так намного. Ужас. Что творится? Шкода, ну вот не лезь. Тут для взрослых все. Не для вас тут, малышей.
Какая броня смешная от дурака. В смысле пропал? Что за приколы? И никто ему по спинке не треснет, потому что никого тут и нету больше. Ну, поднимается орудие, конечно, дичь. Такие моменты надо. Смотри, прям наверх. Надо, чтобы кто-нибудь его тут бахнул. А некому. Никого у него в спине. У нас там АФКшная, он Зюзя бегает. Надо как-то мне без потерь ХП. Я думаю, они еще для арты потребуются. А вот и она. Чтобы артовод не попал с вертухи? Чё-то новенький. Не, ну мне КВ-2 дал нормально. Я посмотрю потом после боя, что это за херня. Как он, как будто башня насквозь пропустила пульку и поймала спиной. Какая-то прям дичь. Дичь и непонятная история. Все, Шкода убежала, КВ на месте. Мы сейчас мороженку, наверное, найдем. И там арту и все. Ну хотя, кстати, вот кроме шуток, а реально годная история. Тут такая броня адовая для этого уровня. И если попадаешь в топ, то на этой пушке реально кайф. Вот как написали, так и есть. Слово в слово. Но вот иногда фугасные. Так, еще раз. Blackbird Dive Safari на Мальдивы в середине ноября. Давно хотел, наконец-то предложил жабу. Да, я один раз был на Мальдивах. Боже, это вот прямо как в кино показывают. Такая сказка, пипец. Папа на Кипр на виллу за 1000 евро. Я к кинологу. А Павел страдает в танках. Несправедливо. Настояла, лапами на коленях, чтобы и тут чем-то тебя порадовать. Мар Васильевна, спасибо большое. Нифига себе, что творится. Спасибо, дай бог здоровья. Папа на Кипр на виллу за 1000 евро. Кучеряво, да. Сейчас мороженка вам тут расскажет, детвора. На, первый пошел. А, это ее убьет, наверное, сейчас. Опенек 2803. Как меня зовут? Смурфин 77. Так, КВ-2 на 200. На 253 моих ХП. А мы проиграем сейчас, кстати, бой. У нас АФКшное чудище на союзнике. И я КВ-2 не убью сейчас. Он мне даст фугасом на килограмм урона. Скатай Т-28, качаю эту ветку. Страдаю равно. Как тебе танки на этой ветке? Стоит их выкачивать. Т-28 не очень нравится. О, привет, дружище, пес-перепес. Т-28 фигня, конечно. Фу, живем. Че, пушим его? Чисто в теории я могу его сейчас бахнуть, если, конечно, он не зарядится сию секунду. Если бы не фугасы, в текущем состоянии бы проигрывал бой. Ну, мастер, наверное. Как предсказано. Блин, надо же вот было человек настолько в корень. Говорит, скатай, типа, на сток пушки попадешь в топе, будет мастер. Т-150 не АФК, он убил Шкоду. А почему он тогда стоит на базе весь бой? Это бот, может быть? Давайте посмотрим. Посмотрим на два момента. Первое, кто вообще играл в этом бою? Что это были за люди или животные? И второе, куда мне попал КВ? Это было что-то вообще с чем-то. Все правильно, так и есть. Причем дать сейчас 300 альфы с фугаса, это поди, попади, поди, сведись, поди еще и там это. А здесь просто ДПМ адовый для шестого. Какой-то ДПМ 1800, пробитие, все. Просто не жуя 2200. Это такая изящная история, конечно. Но только что делать с восьмерками, там вопрос открыт. Кайф. Так, первый момент. Ой, подожди, сразу не забываем. Посмотрим, что там было за челик на тестописи. Ну это бот какой-то.
Но он дает тычку в бой. Я не понимаю, вот что это? Играет давно. Ну, это чей-то твинк сумасшедший какой-то. Так ботов же. Ботов сейчас же уже не продает, там же закрылась Шарашкина контора. Или тут дело в другом. Ребят, как по-вашему, в чем тут дело? Он просто зашел, может быть, спустя какое-то время поиграть. И второй момент, последний. Куда попало? Охереть. Сколько неудачник. Просто, ну ты посмотри. А это мне показалось, что он вот так вообще сквозь башню дал. То есть я там рамбовал как-то, но я не знаю с какой целью, просто руки помнят. И он на корпус положил. На 400. 64. Это мощнейше, мощнейше. А потом дальше урон с фугасов нормальный пошел. По 100. Тут не пробить. И КВ, кстати, КВ-2... Ой, игра крашнулась, лол. Сейчас запустимся. КВ-2 самое, что смешное, у него не было шансов меня победить. Сейчас, когда ты на ББ играешь, то раньше как бы КВ-2 и этот алкаш японский, они друг друга примерно контрили. Ну, один другому снимает одинаковое количество хп, там броня, неважно, фугасы. А сейчас у японца броня вот такая, и фугасами в лоб урон, ну, кроме экстра случаев, нанести невозможно. И представляешь, что получилось в итоге. Сейчас этот японец должен быть сильно круче, чем КВ-2. Особенно на этой пухе.